Александр Сергеевич Пушкин – великий поэт, сказки и стихотворения которого знают и любят как взрослые, так и дети. В Развилковской библиотеке в честь его дня рождения состоялась акция «Читаем Пушкина вместе». А приняли в ней участие ребята из первого отряда школьного лагеря «Факел». В лагере ребята отдыхают, много играют и любят приходить в библиотеку. Мы тоже стараемся здесь не нагружать их занятиями, уроками. Мы стараемся в игровой форме рассказать им о Пушкине. Ребятам подробно рассказали о биографии Пушкина и познакомили с его самыми известными произведениями. А после у мальчишек и девчонок с помощью викторины проверили полученные знания. А чего пол прыгнул до потолка? Пушкин – один из тех поэтов, чьи произведения каждый узнает, еще будучи совсем маленьким. Конечно, и развилковские ребята давно знакомы с творчеством Александра Сергеевича. Поэтому на большинство вопросов дали правильные ответы и даже хором процитировали всеми известные строки. Да всю правду доложи, кто на свете всех милее, всех румяней белее. А Тимофей Болгов подготовил небольшой отрывок из поэмы «Руслан и Людмила». Идет направо, песню заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там и леший бродит, русалка на ветвях сидит. Когда он писал сказки и стихи, вот он это делал для детей, чтобы они развивались. И когда ребенок прослушал эту сказку, он раз узнал пословицу, два посмотрел сказку или мультфильм, вот, и три, он теперь понял, как нужно себя вести. В завершении мероприятия с первым отрядом поиграли веселые игры. Море волнуется, три, морская, ура, замки. Вдоволь наигравшись, наполнившись новыми знаниями и, конечно, сделав совместное фото, ребята, веселые и счастливые, отправились в лагерь. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.